Десятое королевство. Я умерла, и моя работа осталась незаконченной. Дом Белоснежки устоял. Ты должна завершить эту работу. Под развалинами моего замка ты найдешь источник моей силы. Мои дары дадут тебе мою силу. Зеркало, чтобы путешествовать. Зеркало, чтобы шпионить. Зеркало, чтобы помнить. Зеркало, чтобы забыть. Зеркало, чтобы править миром. Обрести такую силу. Сегодня будет жаркое. Жаркое. Оставьте меня. Сегодня будет жаркое. Я же сказала, все сказала. Смотрите-ка, подарок для самого сильного и храброго тролля. А вы знаете, чем это пахнет? Кожей. Башмаки. И ты, может быть, сапоги. И, судя по всему, моего размера. Нет, моего. Это мой подарок. Ты знаешь, мой. Нет, мой. Нет, мой. Давай бросим монетку, чтобы решить, кто его получит. Привет. Спасители прибыли. Не подходи ко мне. Не бойся, я совсем не такой, как раньше. Я прошел курс лечения. Я воспринимал еду как замену любви. Это доказано в книгах. Разорвать круг. Вылечиться за 7 дней. Перестань винить себя. И помощь ребенку, писающему в постель. Это я взял по ошибке. Если ты приблизишься еще на сантиметр, я заору. Это называется пустые угрозы. Надеюсь, ты не обидишься. Но у меня такое чувство, что ты не полностью мне доверяешь. Я тебе вообще не доверяю. Ты пытался съесть мою бабушку. Да нет.
Я просто пошутил. Волки только делают вид, что совершают ужасные вещи. Я бы ни за что не съел ее, она такая старенькая. Я бы ее не обидел. У меня даже слюни не потекли. Нет, ну, конечно, потекли, но очень медленно. Черт возьми. Я даю тебе слово волка. Ты со мной в полной безопасности. Как поросенок в кирпичном доме. Теперь подожди, я разработаю план бегства. Какая романтика, мы в опасности. Ты хорошо лазишь? Я 3 раза чуть не сорвался, пока карабкался сюда. Это волшебные туфли. Наденешь их и станешь невидимым. Да, я знаю. Как они это делают? Не трогай их, иначе тебе захочется постоянно в них ходить. Балкон или коридор? Вот в чем вопрос. Я не буду их трогать, я только посмотрю, как они действуют. Они уже действуют на тебя, оставь их в покое. Думаю, коридор. Нет, балкон, скорее, сюда идут. Извини, а куда ты направляешься? Назад, в тюрьму. В тюрьму? Это не входило в мои планы. Я хочу найти отца и сразу вернуться домой. Ну, хорошо. Только не туда. Вирджиния, послушай, если ты не пойдешь за мной, ты не проживешь и 5 минут. Нам нельзя идти той дорогой. Пошли туда. Туда? Ни за что на свете. Бобовый лес. Берегитесь великана. Храбрый Джек. Джек из страны чудес, первый мэр Бинтауна. Когда-то здесь была цветущая область, но потом все заросло огромными бобами. Эти земли достались троллям, поэтому они так ненавидят принца Вендела. У него богатые и плодородные земли, а их королевство бесплодное и заросшее сорняком. Вирджиния? 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 Вирджиния, Вирджиния, неужели ты забрала волшебные туфли короля троллей? Вирджиния! Вирджиния! Идиоты! Кретины! Ни на минуту нельзя вас оставить! Ваша мать умерла бы от стыда! Нет, папа, мы не виноваты. Эта ведьма обманула нас с помощью волшебной коробки от обуви. Лучшие пожелания от волка. Вирджиния, ты думаешь, что ты в безопасности в этих туфлях, но ты глубоко заблуждаешься. Любое имущество троллей несет в себе опасность. Вирджиния, Вирджиния, ну где же ты? Ну, здравствуй. Они не полностью зарядились и не могут слишком долго работать без отдыха. Это не самая удачная модель невидимых туфель. Нет, нет, тебе их не видать. Что не видать? Шуфли. Они мои.
Если сейчас от них не избавиться, потом от них не избавиться никогда. Да, ты прав. Ты прав. Мне не нравится, от них такое странное ощущение. Ты чувствуешь себя такой могущественной, когда ты невидима. Просто удивительно. Фантастика. А как тебе удалось найти меня? По запаху. Иди за мной. Осталось еще примерно 70 бобов, но сегодня заняты лишь немногие. Великаны так много пьют, что не успевают заботиться о потомстве. Могу я тебя спросить? Конечно. Как ты считаешь, я привлекательна? Ты такой мужчина, которого мне лучше остерегаться. Вирджиния, я бы хотел поверить в твои слова, но за тебя говорят туфли. Ты скажешь все, что угодно, лишь бы их снова надеть. Отдай. Пожалуйста, отдай мне. Боже мой, не понимаю. Не понимаю, что на меня вдруг нашло. Не знаю. Из-за туфель происходят странные вещи. Да? Зачем ты себя сдерживаешь? Да я себя не сдерживаю. Что это? Тролли. Они нас выследили. У нас неприятности. Они с собаками. Нас найдут по запаху. Бежим. Сюда. Быстрее. Сюда. Собаки взяли след. Они где-то рядом. Собаки их чуют. На этот раз не дайте им уйти. Они не уйдут от нас. Подожди, вернись. Красотка, ты нашла волшебные грибы? Нет, но я нашла особый мох. От этого тоже классно срывает башку. Последний раз, когда я его курила, мне потом 3 дня мерещились феи. Чудненько. Скручивай побольше. Сегодня у нас долгая ночь. Пустозвон, силач, красотка, где вы? Мы идем, папа. Бобы выделяют резкий запах. Он сбил собак со следа. Можешь не объяснять. Мы посидим здесь наверху, пока не станет безопасно. Это был мой последний шанс. Ты же сидел в тюрьме? За что тебя посадили? Ничего особенного. Потревожил парочку овечек. Заточить волка в тюремной камере в 4 стенах, чтобы он мог видеть небо только сквозь решетку, это бесчеловечно. Как ты думаешь, может быть, стоит надеть мне их еще раз? Что? Да я так, это я о туфлях. Нет. Наверное, они уже зарядились? Нет. А это еще что? Это мой хвост. Хвост? Что? Он не такой большой, всего лишь как маленькая щеточка. У тебя есть хвост? Да, что? У тебя аппетитная грудь, но ведь я об этом не твержу с утра до вечера. Ты можешь его потрогать. Нет. Да все нормально. А если нормально, почему ты его все время прячешь? Потому что, как ты уже заметила, люди не любят волков. Ну ладно, потрогай. Он не укусит. Что? Что случилось? Гладь по шерсти, а не против нее. У меня пропадают ключи. Из тюрьмы сбежали волк, тролли и королева.
чтобы не пропасть в волшебном лесу, что с безопасностью в нашей тюрьме. Господин, мы осмотрели тюрьму и обнаружили, что дверь в подвал была не заперта в момент ее побега. Подвал? Он сказал подвал? Вероятно, она сбежала именно через подвал. Что там внизу? Ну, отвечай. Старый хлам, который свалили за сотни лет до того, как замок превратили в тюрьму. Зеркало. Пусть заключенные вычистят это помещение сверху донизу. Убирайтесь. О, нет. Там зеркало в другой мир. Надо внести Энтони в список бригады. Тони... Льюис. Итак, внимание! Убрать все, что здесь валяется. Выстроиться в цепочку и перекидать весь этот хлам в эту лодку. Простите. Что? Мы стоим так далеко от лодки. Не разобьем ли мы часть этих хрупких предметов? А что это, по-твоему, нижнее белье для эльфов? Это обычный хлам. Делай, что тебе велят, но и помалкивай. Черт возьми, мы добрались. О, боже. Надеюсь, он жив. Ведь он в состоянии позаботиться о себе. Он может хотя бы день прожить без неприятностей. Как ты думаешь? Ну, насколько я знаю твоего отца, я в этом сильно сомневаюсь. Давай же. Льюис, пропади ты в волшебном лесу. Что ты делаешь? Давай же. Оно не действует. Послушай, Льюис, тюремная принцесса, бросай зеркало в лодку. Живо! Не могу. Я боюсь, оно разобьется. Если ты не выполнишь мое приказание, я лично швырну тебя в реку. Поскольку ты скован одной цепью с остальными, вы утонете все вместе. Ну, хорошо, хорошо. Жди меня здесь. Я надену волшебные туфли и проберусь внутрь тюрьмы. Ни за что, ты не вернешься, ты их прикарманишь. Нет. Да. Нет. Я их заслужил, в отличие от тебя. Есть идея? Идея? Какая? Я их надену, а ты будешь держаться за меня. А если ты будешь держаться за меня, мы оба станем невидимыми. Нет, нет, нет. Я их надену. А ты будешь держаться за меня. Ты безнадежно пристрастилась к этим туфлям. И я недалеко ушел от тебя. Проклятье. Теперь нам придется убить его. Подземный ход. Мы рыли его 31 год. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Клянусь, вы можете мне доверять. Знаете, дома я смотрел фильм «Побег из Алькатраза». Я знаю, что нужно делать. Мне кажется, нам лучше его задушить. Нет. Я ему верю.
Спасибо. Я бы подарил тебе свои часы, но у меня их уже нет. Эльф Сверчок. 10 месяцев за дерзость. Что же они тогда сделали с моим папой? Скорее всего, он в отделении Е, куда обычно сажают новых заключенных. Пошли. Убийство щенка? Принц. Что же с принцем? Слышишь? Наверное, это принц. Вирджиния, нет, мы не можем его взять. Мы израсходуем волшебную силу туфель и станем видимыми. Вирджиния! А, черт. Эй! Подождите, ребята! Ну, куда же вы? Извини, Тони. Здесь каждый за себя. Ничего, главное двигаться вперед. Давайте, вперед. Мне кажется, он ведет нас к папиной камере. Карлик, желудь, разбой. Это здесь. Папа? Папа, ты здесь? Они израсходовались. Я тебя предупреждал. Смотри. Твой отец ориентируется быстрее, чем я ожидал. Ты точно не пойдешь вместе со мной? Гоблины в одиночку передвигаются быстрее. Свобода. Что-то загораживает выход. Тони, это ты? Кто здесь? Это я, Волк. Я подарил тебе волшебный боб, помнишь? Держись от меня подальше. Мы с тобой в одном тоннеле. Как мне это сделать? Я почти выбрался, но застрял. Послушай, подтолкни меня. Ладно. Папа! С тобой все в порядке? Да. Нам нужно вернуться, чтобы добраться до зеркала. Что? Нет, нет, я... Я выбросил его на лодку с мусором. Она там, на реке. Какая из них? Где она? Возле берега. Где? Я помню, она была здесь. Где? Прямо здесь. Смотрите, ее нет. Карлик похитил ее. Нет, у него наше зеркало. Зеркало, очнись ото сна. Найди мне шутника, короля троллей. Тони, раскочегаривай ее. Я пытаюсь. Смотрите, вот они. Не дайте ему идти. Проклятие. Папа! Отец! Получилось. Ой, берегитесь.
Ударь его, тресни его чем-нибудь. Мы скормим вас псам. Ты размечтался, тролль. Какое жалкое зрелище. Как вы могли? И это мои дети. Да вы самые... Папа, что с тобой? Что случилось? Зеркало. Зеркало. Найдите мне зеркало. Вон отсюда. Убирайся. Я так рада снова видеть тебя. Еще раз так сделаешь, я убью тебя. Ну что? Что? Твои дети поймали для меня собаку? Не совсем. Ты удивляешь меня, Ваше Величество. Как он смог вырваться из ваших цепких лап? Не смей так со мной разговаривать. Его нужно поймать. Отправь детей в погоню. И что ты до сих пор делаешь в королевстве Вендала? Немедленно возвращайся в свой дворец и жди моих приказаний. Я не подчиняюсь твоим приказам. Опасность. Впереди дикие территории. Немедленно поворачивайте назад. Вирджиния, тебе не кажется, что ты изголодалась по любви и ласке, но внутренне настроила себя на отказ? Я вполне довольна собой, спасибо. Ты что, нет? Нет! Нет. Зачем ты это сделал? Я это сделал ради твоего же блага. Ты выбросил мои туфли. Ты только и мечтала о том, как бы снова их надеть. Да, да. Откуда ты знаешь? Волшебство – вещь приятная. Но к нему очень легко пристраститься. А почему же ты не заболел? Почему ты смог им противостоять, а я нет? Все дело в твоем стремлении быть незаметной. Энтони, я знаю, как новый слуга, ты никогда меня не подведешь и с радостью пожертвуешь ради меня своей жизнью. Но я хочу спросить, ты не хочешь дать мне клятву верности? Судьба не случайно свела нас, это ясно. Моя судьба, естественно, правит четвертым королевством, а твоя? Такой мелкий и незначительный человек, как ты, может сыграть важную государственную роль или хотя бы потакать моим прихотям, пока я заперт в собачьем теле. Что это было? Ничего. Наверное, рыба. Я требую, чтобы вы ушли. Троллям запрещено находиться в четвертом королевстве без разрешения. Это грубое нарушение договора 9 королевств. Заткнись. Если вы сейчас же не уйдете, я сообщу принцу Вендалу, и он пришлет солдат. Я объявляю войну четвертому королевству. Я бросаю вызов принцу Вендалу. Либо в течение 7 дней он сразится со мной, либо его королевство станет моим. Rise and shine!
Солнце взошло, рассвет. Просыпайтесь. Встречайте новый день в четвертом королевстве. Тебе хорошо спалось, Вирджиния? Не очень. Я заснула всего час назад. Лучше бы ты поднялась ко мне на палубу, чтобы спать под звездами. Это было великолепно. А ты так хороша. Прекрасное лицо. Роскошная фигура. Что? Не надо так смотреть на мою дочь. Ты говоришь вот об этом? Ничего не могу поделать. Это животная страсть. Ладно, лучше держись от нее подальше, ведь у тебя судимость. Как мне держаться от нее подальше? Мы в такой маленькой лодке. Я в любой момент могу нечаянно задеть ее. Не станьте говорить так, как будто меня здесь нет. Слуга, нам нужно подняться на палубу. Возьми ведро и лопату. Во-первых, я тебе не слуга. И если ты думаешь, что я... Что это? Господи! Что это такое? Черт возьми! Что это за рыба? Всемирно известная золотая речная рыба. Ты думаешь, она волшебная? Боже праведный, да, это знаменитая рыба, превращающая в золото все, до чего она дотрагивается. А это что? Предупреждение. Разбить стекло только в случае крайней финансовой нужды? А вот смотрите. Сунь палец мне в рот и повернись лицом к югу. Дотронься до любого предмета, и ты не поверишь своим глазам. Произойдет чудо, он превратится в чистое золото. Ты веришь, что она может все это превратить в золото? Да, я в этом уверен. Ведь нам сейчас не нужно золото. Нет, но золото есть золото. Тот, кому принадлежала эта лодка, не дурак. Наверное, он купается в роскоши какого-нибудь кондоминиума 10-го королевства. У его ног гора золота и все, о чем только мечтает. Лучше всего ее не трогать. Оставить ее в покое. Да, да, хорошо. Лучше не трогай ее, Тони. Ты что думаешь, мы в игрушки играем? Мы заключили сделку. Я отдаю тебе половину королевства Вендела в обмен на твое сотрудничество. Ты уже подарила мне ее в тот момент, когда вышла из тюрьмы. Необходимо, чтобы коронация прошла по моему плану. Если ты останешься в королевстве Вендела, ты все испортишь. И тогда разразится кризис. А что это значит? Это значит, уезжай из Бинтауна. Возвращайся в свое королевство, иначе все пропадет. Может, уеду, а может и нет. Кстати, а как там поживают мои детки? У меня дух захватывает от их интеллекта и храбрости. Да, присматривай за ними. Я хочу, чтобы они вернулись невредимы. Терпение, Ваше Величество, я преподнесу тебе королевство Вендела на блюдечке. Но я сейчас голоден. Болван! Зеркало, скажи, почему до сих пор не нашли Вендела? Он не один, но я их не вижу. Кого? С Венделом путешествуют еще трое. Один из них может разговаривать с ним, а другой опасен для тебя. Они незаметно плывут по реке по направлению к нам. Покажи их. Покажи их мне. Не могу. Сними волк. Найди его. Пусть он поговорит со мной. Yeah.
Магия бесполезна. Тоже мне, братья Джек. Греби быстрее. Заткнись, пустозвон. Я греб всю ночь. Сам заткнись. Пустозвон, прекрати жевать свои шеи. Я не жевал, а лишь попробовал их на зуб. Хватит болтать. Греби быстрее, красотка, быстрее. Смотрите, смотрите туда. Книжка. Женщины, которые любят мужчин. И ненавидят женщин? Это отлично. Чудненько. Волк, ты собираешься что-нибудь приготовить на ужин? Да. Только приведу себя в порядок для Вирджинии. Здравствуй, Волк. Уходи, оставь меня в покое. Но ты согласился подчиняться мне? Нет. Да. Я управляю тобой? Нет. Почему же я не вижу твоих спутников? Какое волшебство вы используете? Какое волшебство? У нас будет еда или нет? Нет, я ни с кем не разговаривал. Я готовил ужин. Так где же он? Посмотрим. Давай приготовим. Рыбка. Буль-буль-буль. Ладно. И ты не поверишь своим глазам. Произойдет чудо, он превратится в чистое золото. Привет. Мой палец – целое состояние. Папа, что у тебя там? Я слышала какой-то звон. Я просто здесь убирался после того, как здесь разбилось стекло. Ты сунул палец этой рыбе в рот? Нет, то есть, да. Ты не волнуйся. Теперь мы богачи. Мы разбогатели. Теперь я могу превратить всю эту лодку в золото. Да, и мы пойдем на дно, и все утонем. Логично. Ладно, я постараюсь найти верное решение. Но когда у нас появится гора золота, ты мне скажешь спасибо. Ты еще поблагодаришь меня. Да. Достать бы какую-нибудь косточку, челюсть, ножку. Все равно. Найти хоть что-нибудь. Хозяйка не дает мне костей. Надо украсть какую-нибудь кость. Прятать ее под простыней. Кость. Здесь где-то кость. Stand up. Встань.
Встань, как полагается. Я боюсь. Чего? Опрокинуться. Это такая высота. Можно лучше я буду на четвереньках? Ты знаешь, кто ты? Мне дадут за это пирожное? Ты не собака. Ты принц Вендел, правитель четвертого королевства. Принц Вендел, который любит пирожные. Оденься. Тебе жизни не хватит, чтобы научиться. Прежде чем короноваться, ты должен научиться быть храбрым, верным и умным. Какая-то сложная задача. О, нет. Что случилось? Ничего, просто... У меня такое странное чувство. Смотрите, лодка карлика, вон там. Где? Она причалила к берегу, смотрите. Осторожнее с пальцем. Смотри вон туда. Энтони, происходит что-то странное. Я чувствую, словно во мне борются два человека. Что? Мне нужно попасть в этот замок. Какой еще замок? Это старые развалины. Зачем нам туда? Пойдем проверим лодку. Нет, я знаю, там мое человеческое тело. Подожди, стой! Господи! Принц, вернись! Что с ним? Принц! Мы не можем пойти за ним. Но нам нужно найти карлика и пропавшее зеркало. Хорошая мысль, но пусть уходит. Не зови его. Ну ладно. Быстрее! Греби быстрее! Я не могу быстрее, я стер руки в кровь. Я тоже. Черт бы тебя побрал, пустозвон. Да пошел ты. Ну, хватит вам, замолчите. Заткнитесь, вон развалины замка. Нужно навестить королеву. Отличная идея. Поворачиваем к берегу. Карлик пробыл здесь все утро. Он ехал всего полчаса назад. С остатками вещей, что были в лодке? Да. А когда он вернется? Он не вернется. Он поменял свою прекрасную лодку на мою клячу с телегой. Это очень выгодная сделка. А куда он уехал? Он сказал, что поедет через лес. Если поспешите, еще сможете его догнать. Отличная идея. Давайте, поехали. Нет, постойте. А как же принц? Он убежал. Он хочет действовать в одиночку. Мое сердце обливается кровью, но нам нужно найти зеркало. Тони, ты же сам говорил, что он был для нас обузой. Да, я знаю, но... Послушай. Ну что, нехорошо бросать его одного. Он наверняка помчался туда неспроста. Ты хочешь навсегда потерять зеркало? Папа. Нет, нет, подождите. Это займет всего 15 минут. Но, папа! 15 минут. Когда ждешь еду, старайся держать язык во рту. Считается вульгарным все время высовывать его наружу. Я умираю от голода. Где моя миска? Тебя ждет замечательное блюдо. Ты получишь ее, как только научишься держать вилку и нож. А до тех пор будешь сидеть голодным. Не желаете ли что-нибудь выпить, Ваше Величество? Миску с водой. Стакан воды. Принцы никогда не пьют из миски. Стакан воды, пожалуйста. Тебе нужно что-нибудь еще? Ну, еще, пожалуй, мячик. Нет, за столом не играют с мячиком. Ваше Величество, к вам явились три тролля. Потренируйся пока с вилкой и ножом, а через 10 минут я вернусь и проверю. Вилка и нож. Я уверен, я где-то здесь. Наверняка это я. Я чувствую свой запах.
Ты? Это я. Ты? Ты? Это я. А я? Это ты. Господи. Ты? Это я. А я? Это ты. Привет. Да-да. Хорошая собачка, хорошая собачка. На четвереньки, пожалуйста. Теперь, если ты сможешь дотянуться до меня, все станет как раньше. Ну давай, глупый пес, тянись. Черт, не могу достать до тебя. Подожди, не бойся, я хочу тебе помочь. Так, только не волнуйся. Я сейчас вернусь. Не уходи. Где принц Вендел? Ах да, принц Вендел. Я посылала вас за ним. Благородное задание для любого тролля. Так где же он? Вы идиоты! Я разговаривала со своим зеркалом. Принц Вендел где-то рядом. Возможно, он в Ривертауне. Да, такая неожиданная удача. Идите и разыщите его. Если вы снова вернетесь без собаки, я заставлю вас сожрать собственные сердца. Проклятие эльфов. А в общем, мы благополучно отделались. Принц? 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 Энтони! Принц, я нашел себя. Осторожно, берегись. Я держу его. Не трогайте его! Он всего лишь собака, трусы! Тони! Папа! Тони! Тони! Папа! Слава богу, с тобой все в порядке. Ты нашел принца? Да. Кто с тобой? Я победил троллей. Хорошо. Да, это хорошая новость. Да. А что, есть и плохая новость, Тони? Как вы думаете, лодочник не мог нас обмануть? Папа, скажи честно, что произошло? Да. Ну... Мне кажется, его просто отделить от остальных. Охотник. Вы вызывали меня, миледи? Ни волк, ни тролли до сих пор так и не поймали собаку. Кто-то испытывает мое терпение. Они ничто в сравнении с вами. Почему я не вижу их в моих зеркалах? Что-то затуманивает мое зрение. Они где-то близко. Они плыли по реке и должны пройти через твой лес. Я найду их. Никто не спасется от охотника. В каждом аспекте своей жизни я стремлюсь к счастью и полноте ощущений. Каждый день я становлюсь все лучше и лучше. Я восприимчив к женским потребностям. Я прислушиваюсь к своим эмоциям и нахожу умиротворение с самим собой. И... Я чувствую полнейший покой и безмятежность и могу управлять всеми своими желаниями. И... Тони! Ты погубишь наш бекон. Я чувствую запах паленого. Бекон... Мне так плохо. Посмотри на него. Обычное заклинание золотой рыбки. Этого следовало ожидать. Но я же убил его. Ситуация может в любой момент измениться. Я бы не стал за него переживать. Правда? Ты же совсем не это хотел сказать. Именно это я и хотел сказать. Что?
Смотри, вот простой пример. Видишь? Палку. Давай, принеси ее. Апорт? Это не смешно. Если продолжать в том же духе, будет еще смешнее. Почему вы до сих пор сидите? Я же просила вас собраться. Мы делаем сандвичи. Зеркало все дальше уходит от нас. Если мы потеряем эту ниточку, мы никогда не вернемся домой. Вирджиния, а как же бекон на завтрак? Ничего так не дразнит мои ноздри с утра, как бекон. Маленькие свиные со своими скрученными хвостиками. Бекон скворчит на раскаленной сковороде. Ты его отбиваешь, жаришь, переворачиваешь, откусываешь, жуешь, разгрызаешь, рвешь на куски, глотаешь, заедаешь парочкой цыплят. Ой, я так голоден. Заканчивайте. Подожди, Вирджиния. Вирджиния, подожди. Ну, подожди. Постой. Что ты здесь видишь? Ну, деревья. Лес. Нет, ты ничего не видишь. Посмотри, что здесь происходило ночью, пока ты спала. А что? Видишь эту поляну? Да. Примерно в полночь здесь пробежал барсук. Через 2 часа мать-лисица взяла его след. Наше присутствие спугнуло ее, и она вернулась обратно в нору. Но через 30 минут здесь появилась другая лисица. На этот раз самец, молодой и смелый. И, насколько я понимаю, без завтрака он не остался. Или вот здесь, где протоптан подлесок. Здесь сновал маленький лесной кабан. Удивительно, как он не разбудил тебя. Вот здесь, прямо перед тобой, крот прорыл свой туннель, а там олени вместе со мной любовались восходом солнца. Не говоря уже о ночной кутерьме кроликов, о ласках, фазанах, и об этой сове. И ты... Ты ничего не заметила? Я уже сказала. Да, я вижу. Ну ладно. Мы пойдем? Тони! Я бедная старая женщина. Дайте мне немного еды. Ну, простите, но у нас осталось всего 6 бутербродов. А вы, господин? Я жертвую только на благотворительность. А вы, юная леди? Да-да, дайте мне немного еды, пожалуйста. Я отдам вам все, что у меня осталось. Вирджиния, ты такая жалостливая. Да, мягкосердечно. Поскольку вы были добры со мной, я преподам вам всем урок. Возьмите эту палку. Сломайте ее пополам. А теперь еще раз. Соедините вместе 3 обломка, и теперь попробуйте их сломать. Не получается. Вот вам мой урок. Да. Конечно, он стоил 1 бутерброда. Учителя появляются, когда ученики готовы их слушать. Вижу, ты не ходила в мою школу. Простите, мисс. Вы случайно не видели здесь карлика, проезжавшего на телеге? Сегодня утром он ехал по главной дороге. Но вам лучше сойти с нее и идти через лес. Постой. Но эта дорога — единственное безопасное место в лесу. Послушайте моего совета. За вами кто-то идет. Он собирается вас убить. Постой, подожди. Что значит «нас собираются убить»? Этим лесом управляет 1 человек. Охотник. Я слышал, что он на службе у королевы. Для него будет неожиданностью, если мы сойдем с дороги и пойдем через лес. А почему? Потому что только дурак пойдет через непроходимую чащу. А может, не надо? Так, отныне я вас поведу. Вы идете за мной след в след. Подожди, я...
Ты слышала стон или мне послышалось? Я слышу стон. Вы услышите еще много странного. Этот лес волшебный. О, нет. Черт, что это за место? Ты хоть знаешь, куда мы идем? Я полагаюсь на свое чутье. А кто этот охотник? Все браконьеры будут казнены по приказу охотника. Мы не можем идти всю ночь. Нет, можем. Подождите. Слышите? Что нам теперь делать? Разумеется, присоединиться к нам. Они браконьеры. Если захотят, могут убить нас. Не отказывайтесь, если вам что-то предложат. Но ничего не ешьте, пока я первым это не попробую. Это похоже на ужин в доме твоей бабушки. Думаю, нам следует сесть. Это самый лучший ежик, которого я ел на этой неделе. Теперь твоя очередь, незнакомец. Нет, что, я не умею играть. Тогда спой нам что-нибудь. Я не певец. Тони, спой. Не обижай наших хозяев. Я не знаю никаких песен. Наше гостеприимство не стоит даже песни. Да нет, я не умею. Ну, ладно. Я подобрал парня на обочине, подвез его немного, накормил его горячей едой. Мне было 16, а ему 21. Цыгане, бродяги и воры, так называют нас городские. Цыгане, бродяги и воры. Но каждый вечер люди приходят к нам и выкладывают свои деньги. Очень здорово. Освободите меня. Освободите нас. Пожалуйста, выпустите нас. Мы маленькие невинные жертвы. Это волшебные птички, очень редкие. Их очень сложно поймать. Только цыгане умеют их ловить. Мы жертвы. Вы же это понимаете? Мы маленькие жертвы. А что они с ними сделают? Их сломают крылья и продадут богатым людям. Вы же не допустите этого. Это такой ужас. Но некоторые люди их едят, потому что верят, что получат их волшебную силу. Это не так. Это ужасно. У меня осталось 6 маленьких птенчиков. Без меня они умрут с голода. Какой кошмар. Освободите нас, пожалуйста, освободите. Он что, из золота? Что? Нет, нет, ну что вы, нет, он просто позолоченный. Я купил таких 2 пару, случайно, по дороге.
Накройте стол. Я вижу, к тебе пришло большое богатство. Да? А какое? Но оно пройдет мимо. Но это уже было. У меня был один боб. А как насчет будущего? Я нашла дурака. А это что за карта? Это друг дурака, глупый болван. А вместе с ним идут шут и деревенский дурачок. Ясно. Я погадаю девушке. Нет, спасибо, не надо. Тебе много гнева. Ты многое скрываешь внутри себя. Мне нужен твой локон. Тебя ждет великая судьба, которая на все времена останется в памяти людей. Я обычная официантка. Бог не наградил меня никакими талантами. Ты никогда не простишь свою мать за то, что она бросила тебя. Я сказала, меня не интересует мое будущее. Пожалуйста, любовь, брак, дети. Сколько пройдет времени, прежде чем девушка моей мечты скажет «да», ну и так далее. Я вижу смерть. Маленькая девочка мертва, разорвана на части. Нет. Нет. Но если читать между строк, то я скорее думаю о трех девочках и двух мальчиках. Я вижу огонь. Ты сгоришь в этом огне. Сгоришь. Нет, нет. Ты совсем не тот, за кого себя выдаешь. Ты волк. Так же, как и твой внук. Сегодня ты можешь остаться с нами. Твоим друзьям лучше держаться вместе в этом опасном лесу. Да. Тоже. Что она делает?
Вирджиния. 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 Освободи. Не надо. Давай. Бежим, скорее, скорее. За ними. Держите их. Вирджиния, они уходят. Возвращайтесь. Я сказала, возвращайтесь. Домой. Вернитесь домой. Не понимаю. Старуха приказала прекратить погоню. Может, нам повезло. Пошли. Чем быстрее мы выберемся отсюда, тем лучше. Помоги мне поставить его на колеса. Давай закопаем его. Мы потом всегда сможем вернуться за ним. Я его не брошу. Я впутал его в эту историю, я его выручу. Хотел бы я знать, почему они так легко отпустили нас. На цыган это не похоже. Тянитесь, закручивайтесь и растите. Разливайтесь, как река. Тяните, колите и дергайте. Мучайте, пока она не выбьется из сил. Заставьте ее стонать, кричать и плакать. Сделайте так, чтобы она молила о смерти. Всем браконьерам смерть по приказу охотника. Он здесь. Он здесь. Он уже рядом. Я вижу, там что-то движется. Почему ты так смотришь на меня? Твои волосы. Кажется, они стали другими. Конечно, это потому, что я вчера ходила в салон красоты. Да нет, они как будто... Как будто отросли. Отросли? Да, действительно. О, Господи. Боже мой. Да они такие длинные. Это какая-то... Мистика? Что происходит? Это цыгане. Они что-то сделали с твоими волосами. Цыгане прокляли тебя. Прокляли? Что значит прокляли? Что же мне теперь делать? Ну, завяжи их в пучок. Осторожней, ты дергаешь.
дергаешь меня за волосы. Извини, но это не так просто. У тебя столько волос. Нам еще далеко? Не спрошу меня. Куда мы идем? Подожди, постой. Мы не можем больше идти. Нам нужно где-то остановиться. Но где нам найти кров посреди непроходимой чащи? Я не знаю. Смотрите. Есть кто-нибудь дома? Все в порядке. Здесь давно уже никого не было. Идите сюда, посмотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Улавливаете мою мысль? Это домик Белоснежки, боже мой. Здесь жили 7 гномов. Дорогу сюда потеряли давным-давно. Кроватки такие крошечные. Это часть нашей великой истории. Этот жалкий принц Истукан, он оказался в доме своей бабушки. Надо же. Нам нельзя было разжигать камин, если за нами кто-то гонится. Мне все равно, я не могу спать с мокрыми волосами. Никогда бы не подумал, что спрошу тебя об этом. Что произошло с Белоснежкой после ее свадьбы с принцем? Она стала великой королевой. Одной из 5 великих женщин, которые изменили историю. 5 великих женщин? Белоснежка, Золушка, Красная Шапочка, Великая Гретель и Спящие Царевы. Они создали первые 5 королевств и установили мир на земле. Но их уже давно нет на свете. Говорят, что Золушка еще жива. Последний раз ее видели 40 лет назад. Сейчас ей должно быть примерно 200 лет. Эпоха счастливой жизни давно прошла. Настали смутные времена. О чем ты говорил с мальчиком в цыганском таборе? Да ни о чем. О волчьих делах. Что еще за волчьи дела? Не нужно было о чем-то говорить. Мы просто посидели. Он ни разу в жизни не видел другого волка. Он был напуган. Так одиноко жить, когда ты не такой, как все. А где твоя мама? Понятия не имею. Она ушла от нас, когда мне было 7 лет. Грустно, когда тебя бросают таким маленьким ребенком. Я очень редко думаю о ней. Она никогда не была мне особенно близка. А что произошло? Просто она ушла из дома. Неудивительно. Ведь она была замужем за моим папой. Они были абсолютно разные люди. Ты видел мою бабушку? Мать похожа на нее. Полнейшее несовпадение. Они даже не обвенчались. А где она сейчас? Не имею ни малейшего представления. Да меня это и не волнует. И тебе не интересно, какая она сейчас? Она могла бы и раньше связаться со мной, она этого не сделала. Но тем лучше, я ей не нужна, и я не хочу тратить на нее свою энергию. Что? Да так. Просто «о». Издаю ничего не значащие звуки. Стараюсь не комментировать тебя, как меня учат мои полезные книжки. Ты должна совершить что-то грандиозное в своей жизни. Да?
Почему ты так решил? Потому что у тебя великое сердце. И его только что разбили. Такое хоть раз случилось с кем-то у тебя на родине? Конечно, нет. Мы либо жили долго и счастливо, либо нас убивали с помощью страшных чар. Ты никому не веришь? Но тебе-то я не верю, это точно. Ладно. Только не обижайся. Но черт возьми, тебя никто никогда не полюбит. О, боже мой. О, господи! Что? Что? Матерь Божья, вот это да. Они повсюду. Что же нам делать? Тони! Тони! Просыпайся! Они поднимаются вверх по лестнице. Знаете, дело плохо. Их даже ножик не берет. А что, если они не перестанут расти? Я умру от своих волос? Да нет, ну что ты? Не отчаивайся. Ты спасла нам жизнь. Поэтому я расскажу тебе, как остричь волосы. Пожалуйста. В этом лесу живет дровосек с волшебным топором. Он может перерубить все, что угодно. Он отрубит твои волосы. И освободит тебя от проклятия. Скорее в путь, пока ее волосы не стали еще длиннее. Да, да, какое симпатичное яблочко, правда? Нет, Тони, что ты делаешь? Не ешь это яблоко. В чем дело? Ты забыл, где мы? Это же дом Белоснежки. Ты что? Ну и что? Наверняка эта яблоня выросла из семечек того яблока, которым ее отравили. Есть хоть что-то безопасное в этом безумном лесу? Пошли, у нас очень мало времени. Ты берешь волосы, а я собаку. Осторожнее, смотри, не споткнись. Ты что, издеваешься? Не я проклял тебя. Я чувствую запах. Что? Я уверен, это охотник, он близко. Нужно идти быстрее. Здравствуйте, но я не могу идти быстрее. Вирджиния, через час этот человек нас догонит. Ну хорошо, хорошо, что нам делать? Я вас спрячу. Хотя он и хороший охотник, но он идет по следу и не чувствует запах, как звери. Я уведу его за собой по большому кругу, а завтра вернусь. Скорее, начнем спринтиться. Вот так, хорошо. Как вы там? Ладно, теперь постарайтесь замереть. Замрите и не шевелитесь до моего возвращения, хорошо? Ладно, я пошел.
Держение, вылезай. Вставай, скорее. Бежим. Беги за мной. Скорее. Бежим. Вирджиния. Вирджиния. Прекрати! Ты делаешь мне больно! Отстань, отпусти меня немедленно! Отпусти меня! Что случилось? Он поймал Вирджинию. Вот что случилось. Нет. Да. Мы больше никогда ее не увидим. Что? Это все моя вина. Я один во всем виноват. Скотт Коэн, Дэниел Лапейн, Джон Ларокет, Джимми Нейл, Эд О'Нейл, Диана Вист, Кимберли Уильямс и другие. Операторы Лоуренс Джонс и Крис Говард. Композитор Энн Дадли. Автор сценария Саймон Мур. Режиссеры Дэвид Карсон и Герберт Уайс.